Среди черно-белых полотен, литографий, вдохновленных различными мотивами от цирка, кориды и театра, без сомнения, веет атмосфера гениальности. Пабло Пикассо открылся с новой стороны. Посетители выставки безмолвно изучают и пытаются осмыслить то, что видят. Картины рождают сомнения и восторг одновременно. Выставка такие смешанные чувства оставила, потому что нужно ее, наверное, прийти домой как бы и подумать, и осознать. Потому что Пикассо представлен здесь именно с новой стороны, но это неплохо, это именно хорошо, потому что дается как бы такая возможность увидеть одного из любимых художников с новой стороны. Основу выставки представляет наиболее откровенная часть работ – «Сюит 347». Как в калейдоскопе, здесь персонажи сменяют друг друга, и за кажущимися на первый взгляд бушующими фантазиями художника скрывается и юмор, и сарказм, и сила жизни. Скандал, эротическое шоу только для взрослых. Какие только отзывы не появились в социальных сетях после просмотра выставки Пабло Пикассо. 88 работ впервые открывают российскому зрителю новые грани гениального художника, приоткрывая еще одну страницу его кипучего и страстного творчества. Выставка Пабло Пикассо продлится до 27 ноября, так что у зрителей еще есть время определиться со своими вкусовыми предпочтениями и моральными принципами, чтобы понять для самого себя, стоит ли идти. Возрастное ограничение 18+. Марьяна Мирная, Григорий Пешаков. События.